Здорово, что Бунчо сегодня с нами. Давненько мы его не видели в деле. Бунчо, а что ты умеешь? Мы ведь тебя ни разу не видели. Бунчо – это невероятный боец ближнего боя. Покажи-ка им, Бунг. Сейчас покажу парочку своих коронных ударов. Огромный всем привет! У нас сегодня возвращение Бонг Чоя. Давненько он не вступал в бой. Вы, наверное, уже тоже забыли, как он хорош в ближнем бою. Кстати, лайк для поддержки приветствуется. Никто не хочет угостить даму овощным коктейлем. Могу угостить только дуриановыми колючками. Это совсем не по-джентльменски. За это я разгрызу тебя до семян. Эй, Чучундра в парике, ты совсем с ума сошла? Дайте-ка я угощу ее электрическим коктейлем. Может уже Бонг Чоя высадить против этой принцессы на горошине? Я думаю, Бонг Чоя лучше наверх посадить. Ну и еще одного дурианчика для защиты. Да, хорошая идея. Тем более, что Бонг Чой раньше отлично сражался в паре с Орешком. Ну что, соскучились по сочным нокаутам? Что-то сорняки нижнюю полосу совсем не обороняют. Что теперь скажешь? Ого, сколько зомбарей, и все с воздуха. Вон тот на стрекозе может перелететь через дуриана. Попробую остановить его раньше. Полный вперед. Дуриан прямо по курсу. Набираю высоту. А вот и нетушки. Ха, тростник как настоящая система ПВО. А Бонг Чой просто Майк Тайсон. Кстати, что-то у зомбарей с волной проблемы. Помню, раньше они были посерьезнее, а сейчас я даже не заметил, как она у них прошла. Действительно, странненько. Но зато у них эти палатки появились. В них тоже куча зомбарей прячется. Разбиваем лагерь. Устраиваем пикничок. Эх, жаль, не успел прикончить этих туристов недоделанных, пока они не оставили свои балаганы поганые. Осторожно! Вот эти вот шляпоголовые, они очень крепкие ребята. Тогда снова мой выход. Проведем небольшой спарринг. Какими бы они крепкими ни были, от ударов Бонг Чоя у них головешки отлетают, будь здоров. Ого! Противовоздушная оборона от тростника валит по полной программе. Я бы сказал, противовоспрекозинная. Этот камыш электрический совсем одурел. Молнии повсюду. Надо было смотреть прогноз погоды перед нападением. Ожидался зомбо-дубасящий циклон. Тростник, ты мне совсем работы не оставишь. Сейчас лишнее вообще всю работу закончит. Осталось перебить этих карликов, и победа в кармане. Пожалуй, этим займусь я. Ура, как всегда отличная работа. С возвращением Бонг Чоя. Ну а вас попросим поставить лайк. На сегодня все. Пока!